Глава округа Андрей Иванов проинспектировал ход работ на финальном этапе капремонта эстакады в Отрадном. На данный момент готовность объекта составляет 80%. Что уже сделано, что осталось и когда у нас открытие? Открытие у нас 30 июня. Накладная плита. С этого графика не сбиваемся. Нет. Первый этап работ выполнен полностью. Установили барьерно-перильные ограждения, лестничные сходы, водоотводные лотки. Заменили резиновые опорные части на балках пролетного строения. На втором этапе, на котором мы сейчас с вами находимся, выполнены работы по устройству бетонной накладной плиты проезжей части. Ведутся работы по подготовке поверхности к устройству верхних слоев покрытия, литой асфальтобетон и верхний слой щема. В процессе реконструкции использовали современные материалы – мостовые водоотводные лотки из композита и битумные мастичные швы. Их применение, по мнению подрядчика, позволит увеличить срок эксплуатации объекта. То есть они имеют увеличенный срок службы, не подвергаются коррозии. Из-за наших перепадов температуры и обработки песко-соляными смесями. Удобны в эксплуатации, удобны в монтаже, легкие, практичные. Подрядчик предоставляет гарантию от 4 до 8 лет по конструктивным элементам. Таковы условия госконтракта. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».